Смерти конец. Режим ослаб. Настало время прекратить его агонию. Задача бритвы 6-4 — выйти на точку и окончательно ликвидировать генерала Васкеза. Хорошо. Бритва 6-4. Вот и все. Тебе нужно пробраться сквозь стены, выйти на точку и ликвидировать цель. Не попадайся никому на глаза, или цель ускользнет. Если будешь обнаружен, это провал. Понятно. А вам напоминаю, что вы находитесь на канале Asmodee Play. Кстати, вот это во второй части такая есть. Вот этот. Руины Тибета. Это вот для Лары Крофт больше подходит. Кто кашляет? Чихает? Пукает? А, их там трое. Не-не-не-не-не. Понятно. Ну-ка. Почему в ногу? Хотя подождите. У вас патроны есть? Так, по костру не бегать. Костер. Огонь плохой. Так скажем. Ну чё, ну прибыл я сюда, дальше-то чё? Как-то красивые места. Блин, чё за идиотизм? Понятно, где ты находишься. Как тебя раньше там не заметил. Ну, прошел сюда. Теперь сюда. Здесь еще не был, да. Оп. Тихо ты, блин. Так.
Вжик, 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 пах. Кто на новенького? Ладно. Не понял. Видали глюк? Блин. Вот это глюк да глюк. Так. Вот откуда-то сбоку стреляет. Вот он. Подпердохаться, значит, надо, да? Хорошо. Что-то Академия джедаев какая-то. А мы идем. Ой-ой-ой. Я бы очень хотел узнать, куда вы ушли. Так, мне за вами надо. Куда вы ушли-то? Блин. Так. Ну, хорошо, кстати, службу несут. Что могу сказать? Товарищи не филонили. Товарищи. Давай. Немножко осталось для этого генерала. Как он вообще здесь живет? Ну хотя живет он здесь прекрасно, я уверен. Так что. Не ему жаловаться. На позицию вышел, да? На позиции. Объект на прицеле. Узел на риск. Есть зеленый свет. Ликвидировать. И то, что в самом начале не удалось. Утверждаю, что
Задание выполнено. Выбирайся оттуда. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и играйте в снайпера. Пока!